На одном из участков самохвала из-за укромности и раскидистых деревьев прятали многое. Старались все – и дачники, и горожане, свозившие сюда в зловонные кучи свои отходы – растительные, бытовые, строительные. Все это запечатлено на фотографиях тех, что сделали специалисты Абаканского управления коммунального хозяйства и транспорта до большой уборки. Завершены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на горе Самохвал. Это район законсервированного места складирования древесных отходов. Подрядной организации была проведена масштабная работа, как техникой, так и вручную мусор собирали. Для предотвращения повторного появления несанкционированных свалок в указанном месте силами подрядной организации по указанию Управления коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана засыпан проезд к этому месту. Теперь за чистотой данного участка будут следить камеры. Подобные комплексы фото- и видеофиксации установлены во многих жилых районах города и приносят свой результат. За выброс мусора нарушителям закона и порядка выписывают штрафы. Мы устанавливаем камеры видеонаблюдения, которые в круглосуточном режиме у нас просматривают диспетчеры. И в случае выявления нарушителей, естественно, направляется информация в органы полиции для установления личности нарушителей и выдачи предписания необходимости ликвидации этого места. Ну а также рассматривается вопрос о привлечении виновного к административной ответственности. Работы по расчистке самохвала выполнены с финансовой поддержкой регионального Минприроды.